duro para España. Al duro. Corti, jala duro. Пока вот то, о чем я вам говорил, конкуренция за то, чтобы приблизиться к тройке призеров, такова, что Рут Кассери получил нулевую оценку. У Джон Кае из трех подходов сработало лишь на один первый подход. Но пока Валуэс выдерживает эту конкуренцию. Хотя я бы ее, судя по предыдущим результатом, поставил бы ниже и Рут Кассери, и Оджан Кае. Но сегодня, видите, у нее 103, а у Оджан Кае только 97. Смотрим заявленные результаты. У Ани Батюшко 101 в рывке. Она уже на этот подход сходила, ну а во втором движении она собирается начинать 115, это очень мало, при том, что все ее конкурентки будут начинать 125 и так далее. То есть, чтобы даже обыграть Валуэс, Ани Батюшко сегодня нужно будет в рывке убегать как можно дальше. И не 105, а под 110, когда-то ведь было 115, почему не сегодня? Роксана Кокос из Румынии. Вот еще одна спортсменка, которая в этой же компании бьется за подступы к пьедесталу. Видите, и третий подход неудачи 103, только 101 у Роксаны Кокос. Штанга становится тяжелее и...